сорт острого перца Аджи Дульси Амарелла. Это слабоострый сорт перца. Острота такого перчика от 0 до 50 единиц. Это сверхурожайный сорт с очень высоким выходом плодов. Вот посмотрите, сколько у него плодов. Там дальше кустики. Вот кустик. Такие вот кубовидные плоды у него. Очень большое количество этих плодов. Срок созревания таких плодов от 90 до 120 дней. Хотя это сорт ранний. Если посадить на солнечной стороне, он довольно быстро даст вам урожай таких вот вкусных, необычно приятных плодов. Вот они созревают от зеленого цвета и до ярко-оранжевого. Такую вот форму имеет перчик этот. Вот. Такие вот перцы у него. Не знаю, тут солнышко светит. Видно будет. Такие вот плоды. Очень плотные. Очень сочные. Все, кто любит вкус хабанера. Легкий. Он не сильно насыщенный. Он легкий, вкус хабанера. Высота таких кустиков может достигать от 90 сантиметров и выше метра. Метр 20, метр 30. Если будете высаживать их в цветочных горшках, они будут небольшие. Где-то в пределах сантиметров 40. 40-45 сантиметров. Если вы не любите сильно острые, это как раз то, что вам надо. Острота начинается у него вот здесь, в верхней части, ближе к семечкам. Нижняя часть сладкая на вкус, очень сочная. Если кто любит сладкие плоды, как сладкий перец, только даже, мне кажется, еще слаже. И легкой-легкой остротой. Вот так выглядит этот перчик в разрезе. Он очень и очень толстостенный. Толщина стенок где-то в пределах 5 мм. Очень толстый, очень сочный. Аромат у него чем-то напоминает парфум. Такой нежный. Этот перчик слабоострый. Его можно применять в салатах. Просто бесподобный. Можно покушать даже так, просто. Он не очень острый. И очень и очень высокоурожайный. Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Я надеюсь, он вам понравится.